Тревожная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть! У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне! Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Эрл? Да? Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Мария. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией поешь чего-нибудь. Джоэл. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми. Ждите. Пошли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю. Окажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе. Дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Вполне нормально, хоть и выцвело. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем.
Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Совсем как Марлин. Ты здесь недавно? Да, Джоэл, я брат. Брат. Здесь новости расходятся быстро. Очевидно. Я вижу сходство. Ясно. Это комплимент. Рад знакомству. Ты тоже? Привет. Это Бакли. Сторож он никакой, но с ним веселей. Хороший пес. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю 1 000 000 баксов, заработает. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно.
Так, приступим. Да, очень даже. Лево, берегись! Да, вот так. Опускай. Медленно. Да, хорошо. Это Томми. Все готово? Так, еще одну секунду. Все, готово. Готов? Давай, жми. Поехали. Черт побери! Получилось! Отлично! Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадуется. Видишь? Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джо.
А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы десятерым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали! Что, убивать не разучился? Нет. Черт! Бандиты! Остановите! Не пускайте внутрь! Отсюда, мразь!
Внизу идет бой! Вперед! Прикончили гадов! Быстро к девчонкам! Да, я бегу! Еле отбились. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, они бросились со всех сторон, yes. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? И это мне придется сообщать им, что они не вернутся домой. Ты нужен здесь. Случайно не обо мне? Потом поговорим. Он тоже защищал нас. И что, теперь ты должен... Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Я знаю дороги. Я был там. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка, один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Е-мое, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад. Хоть убраться поможешь. Ладно, осторожно. Вон, там следы. Да. Ну? Давай. Пошла. Пошла. Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. Не часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело.
Следы копыт. В лес поскакала. Элли, чем ты думаешь? Ну, пошла. Но! Вот, следы. Отлично. Я прикрою! Сколько их там? Да хренища! Прикрой! Я иду! Обойди их! Я прикрою!
все, больше нет. Теперь идем к лошадям. Следы ведут сюда. Только бы до нее не добрались. Пошла.
смотри, Уранчо. Это наша лошадь, она должна быть там. Вроде никого. Осторожно. Элли? Элли? Я здесь. Ах ты, Господи. Я постерегу. А вам явно надо поговорить.
Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли, и я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. У меня тут все чисто. У меня тоже. Подожди.
Порядок. В доме чисто. Пошли назад к лошадям. Никого. Помочь тебе? Я сама. Пошла. Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудеамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьос, братишка. Пошла. Давай разберемся. Если ты облажался в четвертом дауне, то отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Thank you.
Но! Мозоль, стоять! Да что это за кличка, мозоль? Ты же не спросил у Томми, как ее зовут? Мозоль. Эти здания не похожи на зеркало. Идем в центр. Оттуда будет виден почти весь лагерь. Подвинься-ка. Я останусь с мозолью. Дурацкая кличка. Иди. Сейчас вернусь. Я буду здесь.
Так. Тут был наблюдательный пункт. Это хороший знак. Thank you.
Значит, тут давай, люди беги. Жили и просто учились? Даже если они совсем взрослые? Да, учились, развлекались, искали себя. Решали, что хотят делать в жизни. Что хотят делать в жизни? Здоровый баран. Вы прямо идолопоклонники. Так это же спорт. О, да. Ой, холодает. Сейчас сезон. Сюда мы не пойдем. Сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен.
Эй, ты чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Уверен? Да, а то он убежит. Я быстро. Похоже, кто-то пытался все астронавтом. Да ты что? Ага. Представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто. Разве нет?
а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать певцом. Да ладно. Серьезно. Спой что-нибудь. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Сдвинься. Беги. Пошла. Круто. Это обезьяны? Да, целая куча.